Сегодня мы представляем книгу, аудиокнигу Андрея Капица «Колумб 20 века». Это книга о великом ученом, сделавшем открытие века про Антарктиду. И эта книга не только о нем, а эта книга еще и о времени, о стране, устремленной в прогрессивное будущее, о том, как растут, вырастают гении об этой среде. И я рад представить авторов этой книги, профессиональных путешественников, которые, собственно говоря, 8 лет своей жизни отдали этой работе. Академический подход к труду. И оба автора знали Андрея Петровича Капицу. Еще раз коротко скажу, что Андрей Петрович Капица – это младший сын Петра Леонидовича, основателя знаменитой династии. И, собственно говоря, мы покажем небольшую презентацию об этой семье и прокомментируем ее. Итак, представляю наших уважаемых авторов. Михаил Слипенчук, заведующий кафедрой природопользования ПМГУ имени Ломоносова, бизнесмен, политик, общественный деятель и профессиональный путешественник. Соавтор книги Алексей Щербаков, журналист, писатель и экстремал. Итак, мы поехали сейчас по нашей презентации. Я должен еще представить Максима. Это голос книги, поскольку мы говорим об аудиокниге. Он озвучит некоторые фрагменты, которые, скажем так, наиболее интересны, на его взгляд, были выбраны и освещены. Итак, давайте о семье Капица. Самые начало, истоки, откуда что пошло. Вот, внимание на экран, основные как бы наши. Вот династия. Что в первую очередь отличает основателя династии Петра Леонидовича? Это подвижный ум, смелость, находчивость, веселость и рукастость. Но этот термин рукастость впервые, наверное, применен им самим. Правильно? Значит, есть подтверждение этого, кстати говоря, по поводу его смелости. Он же ведь когда-то очень хорошо презентовал себя Резерфорду. После этого началась его карьера в Кембридже, в Англии. Правильно. Вот, собственно говоря, у Максима есть фрагмент произведения. Я прошу зачитать. Шенберг оставил воспоминания о том, что произошло дальше. Сам Петр Леонидович однажды сказал мне, что хотя в этой истории, возможно, и не все точно, она, тем не менее, близка к правде. Когда Петр Леонидович собрался с духом и спросил Резерфорда, не смог бы тот взять его аспирантом, Резерфорд не проявил энтузиазма и ответил, что его лаборатория уже переполнена. Тогда Петр Леонидович озадачил Резерфорда, спросив его, к какой точности стремится он в своих экспериментах. Услышав ответ Резерфорда, что точности около 3% обычно хватает, Капица заметил, что при примерно 30 сотрудниках добавление еще одного, скорее всего, пройдет незамеченным, поскольку будет лежать в пределах экспериментальной погрешности. Находчивость, а возможно и смелость Капицы произвели на Резерфорда впечатление, и он в конце концов согласился взять его аспирантом. Браво! Вот с этого, собственно говоря, и началась карьера Петра Леонидовича в Кембридже. Здесь, собственно говоря, вы видите портрет семейный самой династии. Петр Леонидович и два его сына. Вы знаете среднего сына, теперь сегодня узнаете младшего. Но, может быть, кто-то уже знает Андрея Петровича. И все-таки, как бы не уходя далеко от семьи, я на секундочку хочу там вернуться. Вот, собственно говоря, начало нашего героя – это детство в Кембридже. Таким он был. А это с Петром Леонидовичем, с отцом. А теперь групповое фото с мамой. Кстати, о маме. Надо сказать два слова. Анна Алексеевна Очень находчивая и интересная женщина была. Она была вместе с мужем в обществе ученых английских, и она давала очень четкие характеристики. Анна Алексеевна писала свекрови из Кембриджа. Эйнштейн – существо очень симпатичное. У него страшно веселые глаза, зато мадам Кюри ужасно свирепая. Страшно принципиальный вид. Да, вот такая вот интересная зарисовка. Я хочу все-таки как бы передать слово нашим авторам. Простите за долгое вступление. Михаил Викторович, вы стали правопреемником Андрея Петровича. Хочу услышать как бы ваше мнение. Скажите, пожалуйста, вы много с ним работали, вы учились у него, фактически ученик. Что вы взяли от него? Что ценного как человек, как преподаватель и педагог он вам дал? Добрый день, дорогие друзья. Да. Хочу сказать, что все события, которые происходят в нашем мире, казалось бы, они не связаны, но по прошествии времени вдруг оказывается, что все это глубоко связано, крепко связано, является взаимодополнением или проистекающим одно из другого явления. Мой папа, писатель, в то время был моряком, ходил в моря в Советском Союзе. Я получал открытки со всех стран мира, со всех, Сингапура, с Японии. Я в детстве решил, что моя будущая профессия будет связана с путешествиями. Об этом я объявил дома в 9 классе, когда решил поступать на географический факультет Московского государственного университета, потому что там была кафедра океанологии. Родители поддержали мою инициативу, хотя, в принципе, мальчик из провинции – это большая редкость для Советского Союза. С Алтая собирался куда-то. И, в общем, как-то приложили все усилия. И в конце мне, значит, папа сказал, что у него есть один знакомый в Москве, Андрей Петрович Капица, что для меня было открытием, откровенно говоря. Я поступил, и Андрей Петрович Капица с первого курса взял меня воспитание. Каждую субботу приглашал к себе домой. Были профессорские такие обеды, что студенту еще надо. Супруга его готовила обеды. Андрей Петрович в конце, мы обсуждали какие-то научные темы, в конце всегда давал книги, и, значит, я должен был через неделю отчитаться об их прочтении. И так вот прошло 5 лет, откровенно говоря. Потом, спустя многие-многие годы, я, честно говоря, вспомнил один момент, когда в возрасте 5 лет меня оставили в детском саду ночевать. Это я хорошо запомнил. Оказалось, что потом, спустя много лет, что Андрей Петрович Капица летел из Москвы в Владивосток открывать, создавать Дальневосточный научный центр. Самолетов, которые способны были летать в то время, без посадки не было, поэтому была посадка, остановка в Барнауле. Мой папа тогда руководил 2 программами телевидения алтайского, и, соответственно, Андрей Петрович пригласил на выступление в этой программе, а потом после выступления, как обычно водится в любой русской семье, пригласил домой. Ну и поскольку там были товарищи другие, друзья, и меня на всякий случай оставили в детском саду в ночную. Но об этом я узнал спустя 20 с лишним лет, откровенно говоря. Поэтому я говорю, что все события, они как-то цепляют. Теперь относительно Андрея Петровича. Конечно, опыт, знания и, самое главное, биография учителя, она не просто впечатляет, она восхищает. Человек – участник 4 антарктических экспедиций, организатор и руководитель африканской экспедиции. Кстати, он книгу написал в то время «Через полюс на экватор», которая вышла в детской литературе, и очень интересная книга была. Человек, который занимался подледным рельефом Антарктиды. Человек, который для того, чтобы исследовать подледный рельеф Антарктиды, был вынужден получить большое количество сопряженных специальностей, таких как, например, взрывник, радист, водитель трактора, да, то тягача, есть, да, тягача, который да. изобрел. Да, 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 но об этом Алексей скажет чуть позже, да. Человек огромного количества специальностей, мощный, сильный, высокий, очень умный. Человек, который не побоялся в конце 50-х годов, в начале 60-х предсказать и объявить об этом о существовании подледного озера в Антарктиде. Я назвал это водный резервуар. И поскольку я тогда в семье был достаточно часто, это все было на моих глазах. И приходили другие ученые, обсуждали, спорили, все это было дома у него. Вот, и в 90-х годах британские ученые доказали, когда сейчас формулировка британских ученых, они использовали современные методы исследования и случайным образом, пролетая над станцией Восток, обнаружили это подледное озеро. Сейчас уже наши ученые пробурились, 4 километра имеют пробы льда и воды. И, в общем, конечно, размещение станции Восток в этом месте, российской станции, ну, советской станции, это было уникальное событие, хотя это полюс холода и плюс геомагнитный полюс Земли. И условия для жизни там ужасные. Ну, Андрей Петрович фактически был создателем или участником создания первой станции «Восток» в Антарктиде, а вот мне посчастливилось участвовать и строить новейшую станцию «Восток» в Антарктиде. Я считаю, что это тоже замыкает какие-то определенные магические циклы. Станция «Восток» открыта, самая лучшая, самая новая, я считаю, что лучше, чем у всех других стран, находится в самом сложном месте на Земле. У нас по этой станции, кстати говоря, мы слайд-шоу подготовили и попросили бы вашего комментария. Мы сейчас к ней вернемся. Из важных задач я могу сказать, что Андрей Петрович требовал последовательности, требовал лаконичности, требовал логичности. Это вот, ну и вместе с тем он был, конечно, у него острый ум. И веселый, с юмором, да, с большим юмором. И он всегда привозил из-за границы, что вот за границей для нас была закрыта, самые интересные вещи, такие, например, компьютеры у него видел впервые в жизни. У него именно, да. То есть такие удивительно. Голограммы, то есть такие вот. Ну, попав в историю, опять же, в Антарктиде, он с юмором пишет о том, как он лишился зубов. Кстати говоря, попросим Максима воспроизвести фрагмент текста, где он об этом пишет. Человек, лишенный юмора, я думаю, об этом подтверждаю, иначе. Андрей Петрович мне об этом рассказывал лично. Да. Чтобы вышибить палец, соединяющий два трака, надо 40 раз ударить кувалдой по нему такой выкладкой. Через много лет рассказывал сотрудникам Курчатовского института Андрей Петрович Капица. 40 раз ударить, чтобы забить новый. В день ломалось до 30 пальцев. Мы доходили до отчаяния. В один прекрасный день, когда я держал эту выкладку, а мой приятель лупил по ней, у него сорвалась кувалда, заехала мне в рот и вышибла мне все передние зубы. Но врач у нас в походе был в прошлом зубной врач, выучившийся на терапевта. Он собрал в горсть все осколки моих зубов и говорит: «Пошли на камбус». И стал делать удивительную вещь. Промывал мне рот спиртом и втыкал зубы на прежнее место. В Антарктиде абсолютно чисто. У меня там не было никакого воспаления, ничего. Через 2 недели он пальцем попробовал, несколько вывалилось само, а остальные приросли. И это было потрясающе. Товарищ мне вышиб 16 зубов, а приросло 11. 60% вполне прилично. Что, вернемся к началу экспедиции. Михаил Игоревич, вы были дважды в Антарктиде, сами побывали, правда? То есть на своем опыте личном, можно сказать... 4 попытки побывать в Антарктиде, из них 2 увенчались успехом. А 2 да. все-таки неудачные были. Трудно было добираться. Но мы живы, слава богу, так что все хорошо. Уже хорошо. Но то, что вы рассказываете и вспоминаете о том, как вы выживали, и как осталась станция «Восток», осталась без электричества на какое-то время, да, и без тепла. была такая... Там две истории было про станцию Восток. Я думаю, что вот Алексей расскажет, это будет правильно. Давай, Алексей. Да, конечно. Всю станцию Восток занесло, ведь полностью снегом она. Долгое время существовала... Она и сейчас там это же просто... глубина 3 метра. То есть сама станция находится под снегом, на поверхность ходят только антенны и воздуховоды. Все. Вагончик был. Ну, по-моему, бюст Ленина. Бюст Ленина стоит до сих пор. Да, он был в этом коридоре. Возвышении, да? Нет, в коридоре. Нет, бюст Ленина двоих там есть. Нет, он на улице стоял. Но это нереально. Ведь... Это абсолютно ровная равнина, и среди нее... Среди нее стоит золотая голова Ленина. Это... Ну, слушайте, а как можно выжить, если нет тепла, если нет света в Антарктиде? Это реально вообще? Нет, нет, нереально. То есть у вас были всегда есть запасные генераторы? Ну, конечно, солярка. А вот, кстати говоря, начало пути вот на этом... Теплоходе, правильно я его называю? Нет, их было несколько. Опь. Было несколько. Да, первая экспедиция... Опь возила оборудование, все, вот Маша. Да. Первая экспедиция Андрея Петровича отправилась... Вездеходы, стройматериалы. В Антарктиду. Да. И там перед... Вот, там, вот... по-моему, был другой пароход, кооперация. То есть сотрудники плыли отдельно, а стройматериалы, еда, одежда, тракторы... Доставлялись отдельно. Сани, конечно. Вот для того, чтобы передвигаться по Антарктиде, вот, кстати, тоже очень забавный эпизод, видите? Это любимец всех полярников, кто жил в Антарктиде, маленький пингвин. То есть, я так понимаю, что он ко всем ходил в гости по очереди, и все принимали его, все подкармливали. Это в гостях у новозеландской экспедиции. Я хочу дойти и показать вам вот это вот огромное сооружение. Тот это самый на Южном полюсе тягач. Как раз. Да, совершенно верно. Этот тягач, который фактически изобрел Андрей Петрович. Ну да, они изобрели с Юрием Гавриловичем Симоновым, был такой профессор у нас на географическом факультете. Они соседи по дому. Один на 7-м этаже, а другой на 10-м. Вот. Один ветеран, а другой вот... Студент после войны пришел, как Андрей Петрович, и они подружились, потому что как бы, и потом старший товарищ, да. И вместе изобрели, да, сообразили, ну, да. Сделали. Да, хорошо. И вот Юрий Гаврилов Симонов говорил, а давай вот сделаем, как вот у Капицы квартира, вот такой вот, чтобы она прям ездила, ну, это надо, на гусеницах. Чтобы вы понимали, да, чтобы вы понимали, это действительно квартира на, ну не на колесах, а на гусеницах, шириной, по-моему, 1 метр, это гусеница. Почему вот... Приходилось так мучиться этими пальцами, даже ценой потери зубов, которые потом были чудесным образом восстановлены. Да, вот, собственно говоря, эта квартира имела все необходимое. Ну, вот. То есть она передвигалась. Взяли большой артиллерийский тягач, добавили ему пару катков, вот, и нахлобучили вот такой вот кузов. И вот этот чудо... Вода и воздуха непроницаемый. Да, там и двигатель, и кухня, и санитарный блок, и спальные места, и лаборатория. Ну, то есть, как сказали, будет ваша квартира там, на гусеницах. Мы ее отправим в Антарктиду. Да, вот два друга решили вот прям в квартире отправиться, путешествовать по Антарктиде. Но американцев не было таких грандиозных вездеходов. Да? Да. А скажите, пожалуйста, вопрос к вам. Полюс недоступности. Что это? Почему он так назван? Его же все-таки открыли, до него добрались? Ну, это точка равноудаленная. Равноудаленная от берегов. Да. Вот, то есть, поэтому его так ровно назвали. В центре, да. Ну, у Антарктиды сложная конфигурация, поэтому она не совпадает с Южным полюсом. Вот. Есть такая. Одинаковое количество там вот тысяч... километров до берега. Да. Ну, кто не знает, станция Восток находится в 1500 километрах от береговой линии. Да, можно немножко подробнее про эту станцию. Высота над уровнем моря 4 километра 200 метров, 4 километра льда. Люди, которые там работают, по сути дела, они альпинисты. То есть они работают в суперсложных условиях без с пониженным содержанием кислорода. Ну, то есть вот так вот. И, в общем, это такие достаточно... Я был там, могу сказать, что отдышка появляется сразу. Вот, кстати говоря, карта Антарктиды, посмотрите на нее внимательно, потому что будут еще вопросы. Вопросы вам за участие в викторине в нашей занимательной, которая нас ждет буквально там через 10 минут, вы получите призы. Так что урок открытый, урок географии, не торопитесь покидать. Есть в этом определенный для вас интерес. Вот эта карта, собственно говоря, представляет фактически подледную картину, подледный ландшафт Антарктиды, правильно? Да, вот это как раз Андрей Петрович первый нарисовал такую карту. И Андрей Петрович получил государственную премию за это. Именно за эту карту. Использовав и свои данные, и данные других экспедиций, систематизировал все. Первая карта подледного рельефа Антарктиды – это Андрей Петрович Капица. А это, по-моему, даже вот рисунок из его диссертации я переснял. Ну, диссертации. Сейчас. Да, так ну, что посмотрим. Это вот прямо первоисточник, можно сказать. Да, ну вот, собственно говоря, Восток, о котором мы говорим, вернулись. Станция Восток. Еще с этой станции у нас, кстати говоря, перед отправкой была интересная, опять же, история. Я попрошу тоже Максима на минуточку вернуться. Да. Им надо было собрать весь карп, собрать все оборудование и не забыть, как вы думаете, что надо обязательно взять с собой в Антарктиду? Как вы думаете? Хорошо. Спирт. Вот, про я думал, мобильный телефон. Я думал, очки черные. Но поесть это обязательно, без мяса нельзя в Антарктиде. И я попрошу Максима тоже зачитать отрывок из книги. Один раз по молодости я тогда совершил страшную ошибку, хотя другие, может быть, так бы и не посчитали. Сомов мне особенно доверял, молодому, непьющему, крепкому, спортивному. Я тогда был кандидат в мастера спорта по десятиборью. Поэтому Михаил Михайлович доверил мне самое сокровенное. Сомов сказал мне: «Заявку на спирт составишь лучше ты. Опроси все отряды – авиационный, строительный, научный, сколько кому надо». Ну, я опросил, получилось порядка 800 литров. Михаил Михайлович посмотрел: «Сократи вдвое. Все хитрецы завышают. Ну, 400 литров». Я заполнил форму, а я понимал, что заявка у нас министерская, и отправил. Когда мы прибыли в Калининград и началась погрузка, я как раз грузил взрывчатку, привез ее на самолетах в крюит-камеру. Это специальное помещение на корабле, где хранится взрывчатка. Раздался звонок с местного спиртзавода. «Прибыл ваш спирт». «Ну, мы сейчас пришлем машину. Чего там, 4 бочки?» Приезжаем с нашим начальником хозяйственной службы Якубовым. Оказалось, для нас лежит 40 тонн. Что такое? Почему? Выяснилось, что министр выписывает спирт не в литрах, а в гектолитрах. И нашу заявку выполнили в 100-литровой размерности. Надо сказать, что наш хозяйственник не растерялся. Сбегал на корабль, заказал сразу 10 грузовиков, выкинул всю мою взрывчатку из крюит-камеры и запер туда спирт. Ключ забрал, естественно, себе. А взрывчатку мою погрузили в спасательные шлюпки. Якубов сказал: «Все равно тонуть будем в Антарктиде. Спасательные шлюпки не потребуются». Вот, пожалуйста, еще один... пример, как надо готовиться к зимовке в Антарктиде. С таким количеством спирта можно, наверное, и 2 зимовки пережить. Хватит теплого. Вы говорили о том, что есть такой клуб 200. Кто отвечает за этот клуб? В Антарктиде есть клуб 200, ну такой неофициальный. Вступить в него могут следующие люди. Те, которые выдержат пребывание в сауне при температуре плюс 120 градусов, затем выйдут на улицу при температуре минус 80 градусов, это разница 200 градусов получается, и продержится 200 секунд, а затем, соответственно, вернуться обратно в станцию. Ну и там еще неофициально есть, надо еще 200 грамм водки выпить. Ну, поскольку там сухой закон, то не всем это удается сделать. Ну вот это вот возможность вступить в клуб 200. Вообще, как бы возвращаясь... Людей, которые побывали на Эвересте или в космосе, гораздо больше, чем в клубе 200. Да, уникальные совершенно люди, и Андрей Петрович как раз был таким одним из первооткрывателей. Но вот его открытие, о котором мы говорим, и которое тоже, собственно говоря, получило потом научное подтверждение, это озеро Восток. Скажите, пожалуйста, почему так важно было исследовать именно это открытие, подледные пресноводные озера Антарктики? Какую роль в науке они вообще играли для науки? Алексей, можно вас? Ну, фундаментальной, как обычно, науке, да, такие вещи могут заинтересовать. Ну, в Сибири находят, допустим, долины с большим количеством явно обтесанных чем-то камней. Вот. То есть вот после открытия озера Восток стало понятно, что это, видимо, во время четвертичного оледенения. В том древнем леднике тоже были подледниковые озера. Это вот озерный материал. То есть это помогло как бы вот в изучении физической географии. То есть к началу Земли полярных вернуться. Районов. Ну да. Ну вообще наука не предполагала существование водных резервуаров под толщей льда. Но Андрей Петрович высказал такое предположение, смелое на тот момент, и оно подтвердилось. Во-первых, очень высокая, широкая масса льда давит сама по себе. Во-вторых, это тепло от Земли исходит. Вот я вам скажу одну историю, которая не касается Антарктиды, а касается Арктики. Вот есть архипелаг Земля Франца-Иосифа, все его узнаете. Там много островов. Ну, на острове Александры Россия построила там свою самую северную военную базу, самый северный аэродром. А вот там есть остров Чамп, такой Чамп. Там находятся каменные шары абсолютно правильной формы, диаметром от 2 сантиметров до 3 метров. И до сих пор наука не объяснила существование этих абсолютно правильных по форме шаров каменных. Еще предстоит разгадать. Скажите, а ваши самые сильные впечатления от посещения Антарктиды? То, что когда находишься на Южном полюсе, можно очень быстро совершить кругосветное путешествие. Понятно. Это раз. И второе интересное наблюдение, что на каждой станции, научно там много разных стран построили свои станции, разное время. Они ставят время столиц своих стран. Там у нас, понятно, московское время, там у американцев там свое, там у китайцев свое, у индусов свое. Поэтому, когда вы путешествуете по Антарктиде летом, надо обязательно знать. А то вы можете ночью, ну там же полярный день, приехать в то время, когда не все спать будут, чтобы такого не произошло. Очень важно, да? Ориентироваться во времени. А сейчас предлагаю провести занимательную викторину, если вы не возражаете. Мы зададим несколько вопросов. Кстати говоря, инициатива приветствуется. Вы можете задавать встречные вопросы, вопросы к авторам. Вы сказали о том, что там сухой закон. Куда столько спирта дели? Вот видите, женщина. Что значит хозяйка? Знаете, это называется, когда я в авиации служил, нам выдавали спирт для протирки приборов. И мое руководство забирало этот спирт себе. Я говорю, как же буду приборы протирать? Я говорю, как? Тонким слоем. Я говорю, как это? Вот так. Вот, поняли? Спасибо. Еще вопросы есть? Так, ну вы можете задавать их и в ходе нашей викторины. Пока мы будем задавать вопросы вам сейчас. Ответите, получите подарок. Я должен сказать, что мы еще и разыгрываем... Знаете, при вот океанологических исследованиях, при каждом погружении батометра вода забирается, после этого она должна обязательно обрабатываться спиртом. Спирт можно выливать за борт, а можно сливать в отдельную емкость. Ну, как правило, сливают в отдельную емкость, да. Да, кстати, за вашу активность вы получите призы и получите еще и подписку на бесплатную на 3 месяца от Litres. И сможете скачать аудиокнигу. Это подарок сегодняшнего дня и от наших авторов. Так что начинаем. Вы можете вставлять свои вопросы, если они возникают, и обращаться к авторам. Ведь не только спирт интересует, наверное, есть что-то еще, что может заинтересовать в Антарктиде. Она большая, она перед вами. Итак, вопросы. Атмосфера над Южным полюсом тоньше или толще, чем над экватором? Кто-то хочет ответить? Нет? Атмосфера, да. Атмосфера над Южным полюсом тоньше или толще, чем над экватором? Тоньше. Тоньше? Кто ответил? Кто ответит? Так, все. Как вас зовут? Аня, очень приятно. Так, вы в первой в списке, в шорт-листе. Идем дальше. Николая тоже надо отметить. Хорошо. Какова средняя толщина оледенения Антарктиды? 103 варианта. 1100 метров, 1600 метров и 2200. Кто отвечает? 1100. Сколько? 1100. Не угадали. Есть еще желающие? Да. Все, ответ, да. Разобрали все, проехали и едем дальше. И следующий вопрос. Когда и кем была открыта Антарктида? Главный вопрос сегодняшнего дня. Кто ответит? Не патриотично. Когда и кто? Кто отвечает? Так, правильно. Когда? Не помните? В начале 19-го века. Так, понятно, разделили. Первый. Беллингаузен. Хорошо. Мы запомним вас. Хорошо. Идемте дальше. Вопрос. Сколько в Антарктиде подледных озер? 40, 140 или 210. Один ответ принимается. Кто отвечает? 40. Кто? 210. 40. Ошиблись. 140. Вы ошиблись. Да. Нет. Правильный ответ 140. Идем. Да, вы здесь сказали, что... Девушка сказала 140. Как вас зовут? Юля. Оля, очень приятно. Оля, не уходите с этого места, пожалуйста, до окончания нашей сессии. Идем дальше. Какова глубина озера Байкал? Кто знает точный ответ? Неправильно. Так, а вы называете, какие варианты? Точно. Без вариантов, вариант 1. Вы назовите, пожалуйста, глубину озера. Не знаете? 1100 метров. Нет, ответа нет, точного. Точный ответ 1642 метра. Но при этом... 1642 метра. Да? Хорошо. Но есть ремарка, есть пояснение, что... 80, что глубина Байкала изменяется каждый год. Это правда? Глубина. Размеры. А? Размеры. А глубина? Он опускается реально дно. Просто увеличивается размер. На 2 сантиметра. А вот так. То есть изменения в размерах. В большую сторону? Больше. Понятно. Но мы не доживем до того, когда Байкал дойдет... до Москвы. Это очень долго ждать, и слава богу, этого не случится при нашей жизни. Смотрите, значит, когда, в каком году была определена максимальная глубина Байкала? Три версии. 1876, 1902 год и 1983 год. Какой больше нравится? Кто ответил? 83-й. Первый, да. Хорошо, как вас зовут? Сергей. Сергей. Очень хорошо. Все, ждем, идем дальше. Спасибо. Значит, в Байкале водится рыба, которая имела важное хозяйственное значение вплоть до середины 20 века. Что это за рыба и как называется? И какое у нее было значение? А? Аж так. Ой, 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 близко, близко, но ошибает. Ошибаетесь все. Есть версия еще, кто правильный ответ назовет? Кроме омуля, хозяйственное значение – это не только употребление в пищу. Для других нужд. Для каких таких других нужд могла употребляться рыба из озера Байкал? Нет версии? Нет предположений? Нет. Хорошо, ладно, не буду мучить. Речь идет о рыбе голомянка. Это, да, эта рыба до сих пор водится в Байкале. Это рыба, которая может подниматься до поверхности и погружаться вниз. Она на 90% состоит из жира. И, кстати, зачем ее используют? Ее раньше использовали в качестве пищи. В Байкале сейчас живет, вот сейчас, 50 миллиардов голомянок. На всех каждый год нарождается, и их 150 тысяч. На 90% состоит из жира, их использовали в качестве лучины вместо свечей. Как свечку, свечи, да. В них продергивали фитиль, ставили, потому что она твердая, когда мертвая. Да, они не ловятся на удочку, их собирают после шторма по берегам. Вот, и... Так, все, кто живет в Байкале, крупнее голомянки, все питаются ей, она основа. Так что всей биомассы. И на нас, да, хватит. Вот. Хорошо. Так. Очень интересная информация. Кстати, я думаю, что никто об этом не знал. И жир у нее в 3 раза калорийнее, чем осетровый. Поэтому во время войны его сотнями тонн везли на фронт, чтобы у раненых быстрее восстанавливались силы. Вот. Да. Ну, запас этой голомянки вот в Байкале практически... неисчерпаемый. 150 тысяч рыбок там живет, и каждый год нарождается еще 150 тысяч. Она выглядит странно, она практически прозрачная. Есть экземпляры, там есть большая голомянка и маленькая. Вот маленькая. Через хвост можно газету читать. Она прозрачная. У нее большой рот. Она такая, похожа на дракончика. У нее нет мочи этого самого. Так что вы можете еще в интернете почитать более подробно. У нее длинные грудные плавники, на которых она парит в толще воды, вот от поверхности и до самой вот этой вот 1642 метра. Хорошо, у нас как бы, да, немного времени осталось, но есть еще вопросы. Задам еще один. Ладожское озеро – самое большое озеро Европы. Его максимальная глубина у западного берега острова Валаам 230 метров. Представляете себе, да? Вопрос, сколько ладожских озер поместится в озере Байкал? 3 варианта ответа на соображалку. 5, 12, 25. Ну и заодно математику вспомним. 25. Правильный ответ. Вы правы. Как вас зовут? Николай. Все. Определены призеры. Спасибо вам. У нас еще есть 5 минут времени буквально. Я хотел бы все-таки, Михаил Викторович, все-таки как бы последние годы жизни вы продолжали общаться с вашим учителем, с мэтром. И скажите, пожалуйста, мне по вашей книге я понял, что он не получил звание академика. Он не стал академиком. Член-корреспондент, да. Только член-корреспондент, да. Ну, собственно говоря, он переживал, что как бы не все... Я студентом был, со мной не делился такой информацией, но я думаю, что, конечно, переживал. Но, откровенно говоря, звание академика имел только их отец. Потому что Сергей Петрович тоже не имел звания академик. Ченкура тоже достаточно высокое звание. С Сергеем Петровичем вы тоже общались, пересекались? Несколько раз у него дома, да. Вся семья веселая, находчивая. Вся семья дружная, веселая, находчивая. Да. Это то, чего можно пожелать. И замечательный пример. Вот в таких условиях, собственно говоря, когда-то их называли дикие английские мальчишки, правда? После того, как они из Кембриджа приехали сюда, в Москву. Ну и вот в этой атмосфере они росли, закалялись, и отец их приучал к трудолюбию. И, наверное, как бы вот эта находчивость как раз природная. У Андрея Петровича 3 внука. Один занимается, закончил, почти 2 закончили географический факультет Московского университета. Один работает по специальности IT, живет в Великобритании, другой художник, а третий, для нас это было такое, конечно, большое открытие, стал учителем географии в простой школе московской. И нам очень сильно помогал в подготовке материалов из домашних архивов семейных. Да. Да. Спасибо большое. Давайте мы поблагодарим наших уважаемых гостей, которые написали очень интересную, увлекательную книгу. Подошли к этому академично, но с такой живостью, с энергией, что просто передается с первых буквально страниц. Я хочу поблагодарить издательство «Молодая гвардия», здесь тоже присутствует, за участие в издании этой книги, за большую помощь. Ну, в общем, спасибо вам, «Молодая гвардия» forever. У нас остается несколько минут, буквально несколько минут. Пожалуйста, не уходите, мы вручим вам подарки. И наши... Да, ну вы не уходите, вы остаетесь на своем месте. Да, пожалуйста. Вы есть возможность, те, кто получает наши призеры, правильный ответ, вы можете получить еще и книгу, эту книгу, в рукописном, так сказать, экземпляре, получить еще от авторов автограф. Давайте приступим к этой приятной процедуре.